Снова всем привет. Часть моего блога за этот месяц начинается опять дома, в национальной штаб-квартире в штате Иллинойс. Я провел большой путь, чтобы добраться сюда. Как вы в дальнейшем увидите из видео, начиная от Парижа, продолжая в Амстердаме, затем Скроу, на Арден, через извивающиеся Альпы. Конец месяца я встретил в Адьере. Итак, у меня осталась куча фотографий из моего путешествия, которые я могу вам показать. Это было очень продуктивно потраченное время. Я был воодушевлен многими людьми, которые мог встретить по всей Европе. Конкретно в этом месяце мне представился шанс ближе познакомиться с голландской секцией, которые оказались очень оживленной группой людей. И на протяжении этого времени были организованными и активными. Голландская секция играет очень важную роль в истории теософического движения. Поэтому у вас есть шанс увидеть некоторые объекты, которые с этим связаны. В частности, центр на Арден и его богатую историю. А также советую вам посмотреть короткое видео, сделанное Аароном Хейбруком, главой управления центра на Арден. Я дам ссылку на него в конце этого видео. Там описывается захватывающий путь развития центра, работа, которая была для этого сделана, и как в конечном итоге эта работа превратилась в нечто действительно вдохновляющее. Итак, фотографии. Небольшие видеоклипы, я надеюсь, вам понравится проведенное вами время, за которое я расскажу вам о путешествии по Нидерландам и аж до Адьяра, в котором я провел непродолжительный период времени. Я надеюсь, вам понравится. Начнем. Блог этого месяца начинается в Париже, куда я и моя жена Лили отправились, чтобы посетить Европейский конгресс. В компании Ким Дью мы поехали поездом в Амстердам. Это был скоростной поезд, поездка в котором была замечательной, и название «скоростной» себя оправдало. Итак, мы отправились в Амстердам. Там нас встретили хорошие друзья из Международного теософического общества. Они забрали нас в место, где они жили, небольшой город под названием Скроу, где мы ранее никогда не были. Этот дом, над которым наши друзья работали своими руками. Они создали сад и зону отдыха. Очень милое место. Мы провели там некоторое время и отдохнули перед тем, как отправиться в Международный теософический центр на Арден. Итак, джентльмен в черной рубашке Хармен Бермулен принадлежит к этой теософической группе. Большая часть активности в Наардене происходит возле стола. Здесь можете видеть Эл Ренесар и Ирен Хайбрук, Инмар де Борг в белой рубашке. А вот та, которая проявила большую заботу о нас, Дас Морена. Здесь я на голландском дне, который проходил с группой бельгийцев. Более 100 людей из голландской секции собрались в этот день, чтобы встретить нового президента. Поэтому я произнес речь, которая продлилась около часа. Затем мне задавали вопросы, на которые я давал ответы. Это все проходило в неформальной обстановке. Все собрались, чтобы обсудить разные вопросы, касающиеся теософии, и высказать мысли о международном сотрудничестве. Также там была еда и возможность сделать фото для каждого. На улице был замечательный день. Здесь я позирую вместе с бывшим президентом голландской секции. Очень много времени заняло общение с каждым членом один на один. У меня был отличный шанс встретиться с каждым лично. Вот самый старший член секции, который присутствовал в тот день, 93 года. Ну а здесь только не говорите, что я похож на Обаму. Днем началось время для вопросов и ответов. И продолжалось около часа. Люди задавали разные вопросы, которые у них были. Здесь можете увидеть город Наарден с высоты птичьего полета, который является крепостью, окруженным рвом для защиты. Сам международный центр состоит из нескольких зданий, 48 строений, на которые жертвовала деньги вот эта леди Мэрион ван Эйган для Анни Безент. Это дом святого Майкла. Это хрустальный дом, дизайн которого был разработан архитектором Михаэлем Хаасом.
Это оригинальная церковь Альфреда, которая сгорела. Здесь вы можете увидеть один из коттеджей, который предоставляется для проживания нашим людям. Дом святого Майкла – очень красивое здание. Это был летний дом, где проживал он и его семья. Итак, большая часть нашей жизни там проходила за обеденным столом. То, что вы видите, очень просторное и хорошо оснащенное место. Здесь вы можете видеть нескольких людей, которые сидят за столом. Здесь расположен сад, в котором находятся остатки некоторых великих людей. Энни Безон – одна из них. Вот ее нагробная плита. Здесь также похоронена Рукмини Деви Арундель. На протяжении того времени, которое мы провели в центре, нам представился шанс побывать в Амстердаме для посещения штаб-квартиры голландской секции. Несмотря на то, что это здание выглядит современно, оно на самом деле является историческим зданием, так как служило храмом для Ордена Звезды, членами которого являлись тысячи христиан. Библиотека оснащена на очень высоком уровне и имеет очень высокое качество. Когда наконец началась конференция, Хармен Бермурен выступил со вступительной речью вместе с Яном Кингом, который тоже является одним из мастеров выступлений. А это Морен, который объединял людей и организовывал групповые дискуссии. На конференции было использовано большое количество информационных технологий. Были видеосообщения, использованы разные программы. Бетти Бленд представила меня аудитории. Меня попросили произвести речь о ключевых вопросах, которые будут обсуждаться на конференции. Потом выступил Джон Каниба, который говорил о письме Маха Чохана. На конференции было много людей. Маркус Тюсарди, Джанет Ли, Маркин Био и Джен Монет, Джерри Клик, действующий президент Международного теософического центра. Еда была подана в хрустальном доме. Как вы можете увидеть, это прекрасно освещенное помещение, дизайн которого был разработан архитектором Михаилом Хаасом. Здесь проходили разговоры и заключения на тему религии, науки и философии, короткие обсуждения всего из этого. Они были разработаны для того, чтобы направить мышление дискуссионных и рабочих групп в нужное русло. На самом деле это была рабочая конференция, главной целью которой было найти пути усовершенствования работы центра на Арден. Для этого вся группа была разбита на небольшие подгруппы, каждая из которых обсуждались определенные ключевые вопросы, которые позже выносились на обсуждение. Конечно, большой акцент был сделан на технологическом оснащении. Этим занималась профессиональная команда, которая была очень хорошо организована. Даже в лобби ты мог следить за программой, которая проходила в тот или иной момент. Каждый день, после каждой секции, группы писали свои результаты на доску. В самом конце каждая из групп выходила и презентировала свою работу и выводы касательно разных вопросов. Таким образом, все основные вопросы были обработаны и обсуждены правлением Международной теософической конференции. А это проект итоговой декларации конференции в Нардене. А вот вся наша группа, собранная вместе в самом конце конференции. А здесь Лили и я уезжаем и надеемся, что встретимся снова. Затем у нас был шанс провести несколько дней, гуляя по Амстердаму. На улице было достаточно прохладно, но погода была терпимая. Пока мы были там, мы познакомились с Бетти и Дэвидом Блендом и обедали вместе, что было достаточно интересно. После этого я отправился в Адьер. В один вечер, пока я там был, меня попросили выступить перед Адьярской ложей, где у меня состоялась беседа с многими интересными и удивительными людьми. Также я сфотографировался в компании сотрудников штаб-квартиры. Закончить хочу несколькими видами из Амстердама и своим изумлением от велосипедов, которых я никогда раньше в таком количестве не видел, а также способами езды на них, которые даже не мог себе представить.
100 тысяч жителей Амстердама и 1 миллион велосипедов. И вот несколько видов облаков, некоторые работы голландских художников, основной особенностью которых является небо и облака.